Здравствуйте, я Брызгалова Лариса Семеновна, мне 51 год, я живу в Новоуральске, и по интернету у меня была реклама, и меня пригласили в Академию красоты, что на бесплатную спа-процедуру. Я позвонила, приехала сюда. Меня встретили радушно. Мне очень понравилась обстановка. И специалисты все были приветливые, радушные. Процедура тоже это понравилась. Сказали мне о моих проблемах. И я взяла эту косметику и стала ей пользоваться. Все было очень хорошо. И даже как будто бы я помолодела. И даже слышу, что у меня внуки, а меня, если я иду с внуком, ему 5 лет, и меня называют не бабушкой, а мамой, то мне очень приятно. А некоторые даже девушкой называют. Надеюсь, что дальше будет еще лучше. Спасибо за внимание.